всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Крошка, Крошка Аркс, как у вас, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я сегодня буду аниматроником. И для того, чтобы меня убить, я запрячу на карте админский пистолет, который нужно будет найти и постараться меня убить. Кстати, знаете, в чем прикол на этой карте? Двери не работают и не слышно скрипов. Где кто ходит, надо просто догадываться или визуально очень хорошо искать. Так. Первый готов. Ну а что ты хотел? Надо найти пистолет. Вы найдете. Если вам будет тяжело его найти, я вам дам подсказку, в какой комнате он лежит. Блин, круто, я могу так просто сесть, и меня не видно. Офигенная нычка, просто топовая. По-любому сейчас кто-то здесь будет проходить. Так. Пацаны, а вы где, ищете пистолет? Да. Так, я вижу, по комнатам ходят. Один там. Давайте, пацаны, я вас верю. Вы сможете. Пройдем сюда. О, я могу под столами ходить. А за карты можно прятать? Нет. Я отключу режим полета, чтобы вы сразу не летали никуда. Окей. Вот так вот. Мне будет спокойнее, что все по-честному. Прикольная карта. Тут можно классно ныкаться, вы меня не видите. В прятки можно запилить на изичные. Так, ты что? Я в маске. Я вижу, я кто без маски, я мочу. Кто в маске, не мочу. Блин, да где я? Админский пистолет, я уже почти всю потерял в шаре. Сразу скажу, он не на полу лежит, он лежит на столе. Ага, подсказка. Да, ребят, это первая подсказочка пошла, хочу, чтобы было интереснее, я пока вас повыхвачиваю. Я понял, что это за пиццерия. Я раньше ее как-то видел, но не скачивал, она была недоделанная. Но как вы видите, тут тоже еще сырые элементы есть. Двери не рабочие, но разработчик по-любому все сделает. Пацаны. Лабиринт какой-то фиговый. Все нормально. Давайте, если через минуту не найдете, я вам подскажу, где он. Я нашел. Блин, бомж! Че, он на кухне, да? Да. А, типа я, я тоже нашел, я типа его сейчас вот. Под столом! Ты понимаешь, что? А! Простреливает все! Отлично! Я заныкался, Это было рядом. Кстати, сейчас надо мне выследить чувака с пистолетом и замочить его. У нас сейчас. Получается, ты один с пекалем, а те все просто бегают. Пытаются возле тебя повыживать. Ай-яй-яй-яй-яй, хотел со спины. Эй, ты мой труп не пинай еще. Это я должен так делать. Подожди, крошка, подожди. Где он? Я на шкарифанах. Пацаны ищут меня. Так. Пистолет у Сквидварда. Я мочу тебя, Сквидвард, я тебя мочу, за тобой бегаю. Ладно, я пошутил. Ты своих мочишь, я пошутил, я не гонялся. Блин, не могу по ступенькам ходить. Эй, успокойся, мой пистолет. Да блин, как ты меня увидел? Хорошо. Так, у нас сюда туалеты есть, все четенько. Как ну, же мне тебя замочить? Мне кажется, с админским пистолетом я Ой, не хотел убивать тебя! Ага. А, я и не убил тебя. Эй, в голове застряли друг друга. Было прикольно, если бы было пополам, типа, аниматроников и людей, типа, два аниматроника. Не, было бы тогда сильно легко аниматроникам. Ты понимаешь, что я специально так делал, чтобы было интересно? Не, ну сейчас я уже буду не стараться, чтобы было интересно, я постараюсь тебя сейчас убить. Ну как в прошлом ролике убивать. Угу. Серега псих? Да. Эй, ты меня увидел под столом? Да. Нет, я видел, как ты забежал под столом. А ты блин, а? Сейчас найду его. Легче. Не психуй. Я в туалета вышел. Маски не трогай. Так, я вижу, у тебя маска. Ну давай! У меня есть очень крутая нычка. Очень, ребят, смотрите, как я заныкался. Я запрятался в текстурку. Вот здесь там, где я, крошка. Ой, у тебя маска была? Да.
Блин, извини, за то, что ты меня сдал, я тебя убил. Вот он сзади. Ой. Ну, надо тебя убить как-то. Ого, сколько с меня опилок выпало. В башке одни опилки. Значит, ты не умный. Да тебе так кажется, что я не умный. Сейчас дядька Димка, знаешь, кого возьмет? Кого? Кого? Тот, кто может ставать невидимый. Это уже а значит... я в комнату забегу, и ты меня не убьешь. А, ну кстати, да, вот это я согласен. Так, кого же мне взять? Кого же взять? Кем же голову срубать? О! Ну чё, иди сюда. О, невидимый не становится, ну это ладно. О, да. Ну ладно, я так чисто понтанулся. Красиво ты меня замочил. Так, так, так. А, возьмем тогда... Во! Аж поддлагивает. Ну я понял, это просто тупо вообще было. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы записываем и веселимся. Записываем и веселимся, и так каждый день. Крошка, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Да какой вот здесь? Да подожди, я труп, я же выбираю себе аниматроника. У меня нет невидимого почему-то аниматроника. Бой попробуй, кошмарного. Да. Он невидимый, да. Хорошо, хорошо. Он на кухне. Я что-то не могу найти немножко другого аниматроника. Крошка, он на кухне появился, в карауле. Ищите тоже пистолеты. А я один запрятал. Да? Да. Ты должен защитить всех. О, я тебя заныкался. Отлично. У тебя был... У кого был пистолет? Я так и не понял. А где ты Ой, был? Ой, мама! Я в маске. Тихо, я в маске. Так, тут должен упасть админский пистолет. По идее, по... Это... Типа я... Подобрал его с два раза, да? Ты убил крошку. Крошка, извини, обстоятельства. Извиняйся, Аркс. Напугал меня. У меня это, слой этот режим убийцы включился. Ах ты, бомж. Вот так значит, да? Нема аниматроника моего любимого жесткого. Балунбой, я его что, удалил, получается, с коллекции, что ли? Вот здесь туалет. Не убивайте, стойте, я хочу аниматроника взять мощного. Вы меня мочите постоянно. Тут да, получается, его удалили это... с воркшопа. Тут моего любимчика. Либо кухня, либо туалет. Получилось, что... Да ты затрал! Ты бомж вонючий! Не кричи на меня. Я буду кричать громко. Аниматроником кричи. Крошка, теперь он на кухне. Он на кухне. Он на кухне. А как ты знаешь? Да, ой. Тут только два спавна, либо кухня. Блин, туалет, я не успел под жопу залезть. Теперь он здесь. Так, знаете, что у меня есть кто? Кухня и туалет. Так что я успел под полы залезть, я успел. Так, ах, летим, ты, летим, летим. Тебе это не поможет. Поможет. Навряд ли, реально. Класс. Смотрите. Попа. Ля-ля-ля-ля-ля. Еще раз. Внимательно, смотрите, где я. Не попал. Здорово. Оп. Он меня увидел. На тебе за это. Маска. А он меня не видит реально, да как? Я только выходить собирался. Эх, за угол не успел. Чуть-чуть не хватило. Блин, плохо нет моего любимчика. Невидимки. Да как ты меня увидел? Я тебя слышал. Оно прям реально по звуку можно определить, где я нахожусь? Да. Да. Я сейчас не буду так с тобой играть, как раньше, хорошо. Ты будешь со мной жестко? Да. Давай. Господи, ты напугал меня. Ты же сам сказал, давай жестко. Так, давайте я вам сейчас оставлю каждому по пистолету, и вы будете три админских пистолета против меня одного. Я настолько должен, что я буду аккуратно играть и не палиться, что
Я должен выиграть. И давайте так, если вы сейчас друг друга убьете, тот, кто умрет, не будет участвовать в этой дуэли. Останется последний выживший, или я, или кто-то из вас один. Или вы втроем. Я могу использовать даже этот. Если вы будете через дверь заходить, я вас буду убивать. Все. Нашел. Ладно, ладно, остался ладно. Я. Та убили меня. Я его убил. По красоте. Ты простреливал просто стены, да, все? Да, я в дверь стрелял. Красава. Аннигилируем эту карту. Мне нравится ночной режим. Ребята, как всегда, для вас эпик. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!